Проблема в том, что я настоящий, а ты настоящий. Всем привет! Привет! Меня зовут Олеся. Меня зовут Вадим. И мы представляем вам наш видеопроект BGC Info for Dancers. И сегодня мы поговорим о ценовой политике в студии. А также мы вам расскажем о преподавателях города Донецка и в каких школах они преподают. И познакомим с мероприятиями, на которые вы можете сходить, покачать с танцорами, окунуться в атмосферу танца и, как говорится, быть с нами в теме. Итак, поехали. Танцевальные студии и их стоимость. Окей, первая позиция, самая дорогая школа Влада Ямы. Итак, если вы хотите потанцевать с самим Владом Ямой, то это вам обойдется индивидуальное занятие в 1000 гривен в месяц. А если вы хотите потанцевать без него, то вам придется заплатить 3200 гривен за 3 месяца. Итак, выбирайте с ним танцевать, либо без, и считайте свои денежки. Поехали! Танцевальный клуб «Зафира» 160 гривен в месяц. «Сальса Проджект» 225 гривен в месяц. «Денджерос» 130 гривен в месяц. «Фулл Дэнс». Танцевальный центр. Он 400 гривен. «Транс Дэнс» 200 гривен в месяц. «Тип Топ» 140 гривен. «Энерджи Дэнс» 100 гривен в месяц. «ДК Октябрьский» 250. Окей. Ю-стайл. Студенческий состав преподает, цена символическая. Сегодня дорого. Сальса школа 250 гривен. Окей. Танцевальный клуб «Браво». 4 занятия 170 гривен для взрослых, 8 занятий 270. Ну а для деток от 12 лет 4 занятия 150, 8 занятий 230 гривен в месяц. Зодиак 200 гривен в месяц. Джем 50 гривен, пробное занятие 340 гривен в месяц. Но нейм Макеевка 1, 175, 2, 250, 350, 3, 350, все стили, сколько хотите, 400. И 150 гривен для малышей 5-7 лет. Поехали. Расстудио 250 гривен в месяц. Шоу балет Тодес 750 гривен в месяц. Феерия 8 занятий 225, 12 занятий 330 гривен в месяц. Вива. У них абонементов нету, но разовое занятие 50 гривен. Форвард класс 600 гривен в месяц. Лукаут 50 гривен стоит разовое занятие. 12 раз 450, без лимитка 750, хотите индивидуально позаниматься с тренером, 200 гривен. Ну или бутылочка Джека Дэниелса 0,7. Как написано у них на сайте. Танцевальный клуб «Гармония», 8 занятий 150 гривен, 12 220 гривен. И, конечно же, Soul Dance School. Конечно же, стоит первый месяц обучения 230 гривен, второй 270. Окей. Значит, вы выбираете школу, ценовую политику, которая вас устраивает, и что вы хотите получить. MJ Studio. Простите, стоит, забыли. Да, 15 гривен стоит первое пробное занятие. И наша ценовая политика колеблется от 150 до 250 гривен. Считайте. Ну, поехали дальше. Мы хотим сейчас вам рассказать важную информацию о преподавателях, которые, по нашему мнению, считаются лучшими из лучших, да, в своем деле. Окей, поехали. Стиль джаз фанк. Да, преподаватель Майкл Иванов, он преподает в двух школах. Школа Lookout и школа Soul Dance School. В Lookout его занятия 450 гривен, в Soul Dance School 275. Он действительно лучший в этом стиле, поэтому мы советуем, идите к нему. Поехали дальше. Стиль поппинг. В этом стиле у нас есть Минхао. Этот человек приехал к нам из Китая. Да, и, соответственно, в Китае он учился у лучших. Он в идеале владеет этим стилем и преподает в школе Soul Dance School. И занятия с ним вам обойдутся в 275 гривен. Идите на мастера. Брейкинг. С брейкингом в Донецке ситуация вот так. Да, значит, есть много коллективов, которые классно преподают, много команд. Одна из них — Татанака Арт Центр. Ну, как бы я считаю, что ребята лучшие в этом деле, да, forever. Вот, они занимаются около 15 лет, они являются призерами неоднократно многочисленных фестов, победителями, да, не только в Украине, в СНГ, но и за границей. Значит, занятия с этими ребятами вам обойдутся 250 гривен 8 занятий, 300 гривен 12.
12 занятий, 400 безлимитных и 30 гривен одно пробное. Также есть не менее крутые ребята, это BeIncredible, стоимость занятий с BeIncredible 150 гривен. Окей, а также хочу отметить, у нас есть такой преподаватель в городе Донецке, как Балу. Он очень... Долгих. Да, он очень круто танцует и работает с малышами. Да, у него есть опыт в работе в фирме, в фирме, которая занимается организацией утренников и детских праздников. Соответственно, понимаете, что какой будет опыт у него с детками на практике. Так что, если хотите отвезти своего чада на брейкинг, вы можете отвезти в Татанака, к Балу, либо в BeIncredible, в Soul Dance Club. Екатерина Кузнецова. Катя, респект. Кстати, сейчас Катя у нас в номинации «Хаус» и «Дэнсхолл» в Киеве, да, на голосовании. Вот Катя, наша школа, голосовала за тебя. Она имеет свою школу в городе Макеевке, вот, а также преподает арт-центр Татанака. Вот, так что она действительно классный педагог, она хороший танцор, она судья, поэтому можете свободно идти заниматься к ней, вы не пожалеете. Окей. И школа хип-хопа – это Цуканова Олеся. Я. Вот. Если вы хотите попасть на мои занятия, то вам это обойдется в 200-250 гривен в месяц. Поехали дальше. Contemporary. Лучшие в этом стиле, по нашему мнению, опять же, Катя Лукьянова преподает лукаут. Стоимость занятий у Кати 450 гривен в месяц. Катя Мареева. Я лично видела эту девушку. Она прекрасна. Танцует она шикарно. Стоимость занятий 450 гривен в школе лукаут. Окей. Юрий Кривенко. Юрочка преподает в нашей школе, а также у него есть своя группа в Лайме, возле ночного клуба «Вирус». Значит, у нас занятия 200 гривен обойдутся, а у него 220. Поехали. Анна Виноградова преподает в форвард-классе и дворец молодежи «Юность». Не менее талантливая, поэтому идите к ней. Стоимость занятий в форвард-классе у нее вам обойдется в 600 гривен. Классическая хореография. Ольга Александровна Виноградова. Дворец молодежи «Юность». Намного наслышана о ней, и хорошие отзывы, люди довольны, поэтому можете как и взрослые, так и детки идти к ней. Наталья Подалка преподает в форвард-классе. Стоимость занятий 600 гривен в месяц. Вот, по нашему мнению, это лучшие из лучших и являются профессионалами, поэтому мы рекомендуем, идите заниматься к ним. Поехали дальше. Мероприятия. Значит, многие студии Донецка организуют различные мероприятия, танцы, вечеринки, батлы, фесты, которые вы можете свободно посетить без предварительного звонка либо приглашения и посмотреть на танцоров, как они живут, какая молодежь, какие возраста, и почувствовать себя в нашем кругу свободно, весело и позитивно. Поэтому приходите, пробуйте и танцуйте. Один из таких танцевальных центров, который достаточно часто организовывают вечеринки, это Татанака Арт-центр. Да, ребята являются организатором феста Hot Funky. Классный фест, Вадим часто у нас, да, принимает участие. Ребята танцуют, общаются, обмениваются опытом, приезжают лучшие просто студии. Потусить. Да, прокачивают лучшие диджеи, поэтому советую за символическую стоимость прийти и попробовать, посмотреть. Так что, пожалуйста. А также... Бери в руки и бегом. Бегом. А также я знаю, что Soul Dance School организовывают каждое воскресенье у себя в студии джемы и батлы. Вот. И я слышала, что там действительно классно. Поэтому сходите, посмотрите, пообщайтесь. Не пожалеете в любом случае. Да, то есть в любом случае надо ходить, пробовать, не стесняться. Это не так страшно. Окей. И так, я надеюсь, что наши рекомендации вам, они помогут. Вот, при выборе студии мы что-то смогли вам подсказать, сориентировать по ценам. Вот, так что вы не стесняйтесь, идите, пробуйте, если вы хотите все-таки освоить танцевальное искусство. Это круто, это классно, и мы с удовольствием пропагандируем вам... лучших из лучших, самые крутые студии. Совершенно верно. И, кстати, немаловажно, танцы полезны для людей, которые ведут сидячий образ жизни, то есть работа. Очень хорошо снимает напряжение после тяжелого трудового и учебного дня. Это несет в себе хорошее настроение, позитив. Это полезно. И да, немаловажно то, что танцы очень хорошо влияют на фигуру. Так что, дорогие девушки, если вы хотите подтянуть себя, выглядеть красивыми и стройными... Как я.
Да, как он. Вот, так что вы можете приходить и пробовать себя в танцах. В первую очередь это полезнее, чем фитнес и степ. Почему? Потому что когда вы танцуете, у вас мышцы работают одновременно. И, соответственно, процесс ваш подтягивания, так скажем, ускоряется. Вот так вот. Да. Также мы хотим сказать о том, что у нас в студии проходят такие благотворительные акции. То есть мы помогаем... Сейчас, секундочку, мы название не совсем помним. Вот, мы помогаем инициативной группе молодежи «Свет надежды». Вот, это дети, которые больны заболеванием сердца. И ДЦП. ДЦП и лейкоза. Вот, мы вот перед Новым годом покупали детям подарки. У нас копилочка есть, которую мы благотворительные взносы собираем. Так что, уважаемые люди и танцоры, если у вас есть желание помочь, вы можете это сделать. У меня, у Вадима и у нас в группе есть информация. Пожалуйста, я думаю, что эти детки будут вам благодарны. А также хотелось обратить внимание на то, что в нашей школе... так скажем, существует такая политика, что мы поддерживаем детей, у которых нет возможности заплатить за танцы. Это малобюджетные семьи, дети, сироты и так далее. Вот, поэтому, уважаемые дети, юноши, подростки, приходите к нам, если у вас нет такой возможности, мы предоставим эту возможность. У нас есть уже занимаются такие дети, так что в этом ничего такого нет, вы не стесняйтесь. Если вы хотите танцевать, то мы готовы помочь вам в этом. Окей, а также я хотела сказать о том, что в нашей студии скоро пройдут мастер-классы Владимира Образцова. Кто это такой? Это основатель и руководитель проекта SDA Blaze, Blaze Dance Crew, студия танца Blaze. Танцор, лектор, хореограф, битмейкер, консультант по вопросам урбан данс и их истории, исследователь урбан танцев, преподаватель хип-хоп, хаус и дэнс-холл. Он провел многочисленное количество классов в Украине и в России, вот, а также ряд бесплатных образовательных интернет-лекций, которые были прослушаны сотнями человек и скопированы десятками интернет-ресурсов. Вот, у нас пройдет 3 класса, 2 класса по хип-хопу и 1 класс по дэнс-холлу. Человек действительно очень много знает, поэтому если кто хочет прийти за информацией, поднять свой уровень, пожалуйста, милости просим, приходите, информация о дате и место проведения, как бы вы можете со временем найти у нас в группе. Да, ну, я думаю, что мы на сегодня все, да. Вот, да, мы достаточно проинформировали вас, да, вот, поэтому, если вам эта информация поможет, мы будем только рады, ходите, танцуйте, радуйтесь, это действительно несет в себе много положительных эмоций, вот, и мы надеемся, что у вас всегда все будет хорошо. До новых встреч! Пока! Пока.